Уборка збожжевых у господарках в области завершилась. Комбайны, которые еще совсем недавно, весь световый день находились на подетках, вернулись и у парки. Але работа протягивается. Зараз основная увага на ростовцах кормов. Напереди уборка кукурузы на зерне. Коли казать зусім докладно, то збожжевое на Гомельщине засталось убрать неде на 4% площад. Работы будут протягиваться еще коли 3 дней и дозволить повеличить агульнообластный каравай прикладно на 30 тысяч тонн. Меж тем, сегодня головная увага на рыхтовце кукурузы носилась. По великим рахунку, размовы идет в харчевой безпесы. Отрымается нарыхтовать достатковые объемы кормов будут у магазинах и мяса, и молоко. А прочатого непосредственно для господарок это устойливый экономичный стан и перспективы дальнейшего росту. 107% кукурузы прошлого года у нас. Ну, сдаем мы где-то 80% экстра, а то выше. Для кукурузы год оказался достаточно сприяльным. В усиляким выпадку урожай этой культуры повинен быть больше леточника, что дозволить в области у сумме тримать 1 000 000 тонн сбожа. Отповедные работы почнутся уже на наступном тыдне. Покуль же господарки активно нарыхтовывают кукурузу на кормы. Задача настолько важная, что все лето для механизаторов навод предугледили специальные меры заохвочивания. Чем качественнее измельчен этот кукурузный силос, тем больше расценка. Она будет увеличиваться то же самое до 40%. Плюс к этому, ко всему, это за качество. Качество будет контролироваться нашими службами, ветеринарными, агрономическими, практически каждый день. Ставится будет каждый лист, каждый день качество уборки. Хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное. За неудовлетворительное, конечно, доплачивать никто не будет. Кроме этого, распоряжение губернатора, все, которые, мягко сказать, поработают хорошо, без нарушения технологических регламентов измельчения зеленой массы, будут поощрены за счет средств областного исполкома. Это будут куплены им или телевизоры, или холодильники. С приемных новин этого года добрый урожай гречки. Я ей хопить, как полностью задоволить потребы у всех научных установ региона, что тычется относно невеликого урожая сбожжевых, зараз это крыху больше за 570 тысяч тонн, то основная причина все ж таки у надворья. Ситуация для аграриев тем больше неприемная, что все лето проведена великая подготовочная работа и выполнены все агротехничные потребования. У нас сегодня были внесены удобрения больше, чем в том году. Техника отремонтирована к уборке практически 100%. Это такого года у нас, как по ремонту техники, с помощью губернатора, у нас такого никогда не было. Мы практически комбайны, которые стояли годами, ремонтированные, списанные, мы их все восстановили. Работа продолжена будет по восстановлению кормодобывающей техники, которая годами тоже она была, мягко сказать, не востребована. Комбайны разной мощности, но они все пригодятся на наших хозяйствах. Ремонт, а по сути модернизация комбайнов, которые выпрацовали свой ресурс, будет протягиваться и далее. У речи наступный сельскохозяйственный год повинен стать больше сприяльным и рихтоваться до его необходимо уже сегодня. Олег Сентюров, Валерий Хупанько, телерадиокомпания «Гомель».